Всем большой привет! Добро пожаловать на моем канале на обзор новой книжки от Татьяны Богимы из ее серии Nice Little Town. Я думаю, что уже все знакомы с этой серией про таких смешных мышат. Вот. И сейчас, как раз к началу осени, вышла новая книжка по теме Хэллоуин. Здесь вот мышки. Мне кажется, не было у нее еще такой книжки. Есть вот и к Рождеству две книги. Или даже три. А вот к Хэллоуин, по-моему, не было. Есть и на Пасху книжка, я знаю, что вот. Ну так, итак, по этой книге, по своей бумаге, она ничем не отличается от других книжек. В ней точно так же 25 картинок полноценных, чтобы их раскрасить. Вот смотрите, мышка с такой огромной шляпкой, тыквочки. То есть вот как раз это осенняя, октябрьская и ноябрьская тематика. Вот такие милые сидят и кушают сладости. И здесь вот привидения. Ну такая действительно смешная книжка, абсолютно не страшная, на мой взгляд. Я знаю, что, может быть, не все это к Хэллоуину раскрашивают, но, тем не менее, эта серия очень популярна с мышами. Я раскрашиваю обычно так, что я сделаю basic алкогольными марками, а потом делаю тени карандашами. И получается всегда очень красиво, ну, по крайней мере, быстро. Очень ярко, можно и фломастерами раскрашивать, сторона оборотная черная, не видно. Вот советую всем книжки от Татьяны Богимы, если у вас еще их нет. Их можно купить на Book-Depository, вбивайте в поиск Татьяна Богима и можно приобрести. Вот просто с привидениями домик. Вот эти вот домики, они такие смешные. Их очень-очень славно раскрашивать. Вот как бы ведьмочка. Мышка. Классные картинки. Напишите мне в комментариях, есть ли у вас хотя бы одна книжка из этой серии. И если есть, то какая, потому что их действительно очень много. У меня не каждая книжка Nice Little Town, но есть парочка, по крайней мере, как вы видели в начале видео. Вот волшебник и здесь пират или разбойник. И, конечно же, принцесса. Вот тоже смешные такие. Это зубы. Так, кости. Вот такой тоже сапог. Ведьмы. Так, здесь просто домик с тыквочками. Тоже домик. Чудовище. Уши, как у летучей мыши. А вот и есть летучая мышка. А, как фонарик, наверное. Действительно, у нее такая интересная фантазия. Вот магическая книга, наверное, с колдовствами, с рецептами. И действительно, классные картинки, вот шляпки эти. Мне практически все эти картинки хочется раскрасить. Что они такие милые и как-то вот
осенняя тема уже. Хочется пораскрашивать. Раскрашиваете ли вы по теме Хэллоуин? Напишите мне в комментарии, если хотите пообщаться. Ну и все, до следующего видео. Пока!